О ребятах с аутизмом заботятся специалисты Ульяновского ресурсного центра. Это заведение находится на верхней террасе. Специалисты центра провели инклюзивный фестиваль под названием «Люди как люди». Традиционно воспитанники выступили с творческими номерами, спели любимые песни, прочли стихи. В семейной уютной обстановке ребята прошли мастер-классы по рукоделию, а их родители посетили тематические площадки. У нас приехали специалисты МСЭ, главный внештатный психиатр Ульяновской области. Сегодня будет психолог оказывать помощь, находить ресурсы для родителей. Также у нас будет председатель Центральной психолого-медико-педагогической комиссии. Мария Климушкина регулярно приводит сына Максима на занятия в ресурсный центр. Особенно юноше нравится посещать физкультуру и уроки бытового обслуживания. Мария видит значительный прогресс в развитии сына. Максим занимается со специалистами на протяжении 7 лет. Ну, вообще, дети с аутизмом, конечно, намного позже взрослеют. Вот. И ресурсный центр пришелся именно на то время, когда мы пошли в школу. Вот именно вот этот период, когда нужна адаптация в школе, когда привыкаешь к разным педагогам, когда появляются новые занятия, новые уроки и все остальное. Вот именно в этот момент, когда мы пошли в первый класс, появился ресурсный центр. Он вообще только открылся. Фестиваль «Люди как люди» дает возможность узнать о том, что такое аутизм и как живут с таким диагнозом. Психологи и психиатры также поделились с родителями особенных детей ценными знаниями о нюансах социальной адаптации и включении ребят в повседневную жизнь. Виктория Черкова, Анатолий Рассохин. Улправда ТВ.